Туристический сервер «Закарпатья» и туристический клуб «Альфокс» представляют. Ну, Андрей, сейчас я попрошу тебя, чтобы ты... Мы будем идти объективом по часовой стрелке. И начиная, ну, с 10 часов там, да, «Свобода», село. Покажи нам, расскажи вершинки, хорошо? Итак, поехали, дорогие друзья. «Свобода». Так. Село Перенез. Так. Лже-Попадья в Закарпатской области. Так. Вот прямо перед нами. Прямо перед нами. Это, так. Это, ну, Лже-Попадья. Так. Сиваня. Вот так. Такой... Не Сивуля, Сиваня. Сиваня. Потому что есть Сивуля, Сиваня. Там, Гаргана. Это начало хребта Сиваня, в конце хребта Сиваня, Яйко и Лемский. Очень Яйко и Лемский. Это Гаргана уже. Угу. Справа от Сивани молодая, такая пологая, но так. Она крутая. Молодая. Справа от молодой паренки, за паренками гропа. Так. То есть вот прямо сейчас по курсу объектива по оси это гропа? Да, да, вот гропа. Угу. Попадья справжняя. Прямо по хребту, да? Попадья, да, да, справжняя, да. Попадья. Вот это Петрос за Попадьей, там есть еще такой Горганский. Ага. Петрос. Потом вот от Попадьи идет хребет задняя, средняя, передняя. Он выходит на Стримбу. Вот так, туда. Вот Стримба перед нами. Да, а там далее, в долине, это еще хребет Игровец, Высокая. Ага. Это там урочище Пекло есть. Ну, красивые это уже название восточные слышал. Горганы. Ага. Вот там, вот Буковель, вот там далеко. Это Синяк, Хомяк и под ними Буковель. А вон в самой дали под тучами. Так. Видно очень красиво Гаверлу и Петрос. Так, левая Гаверла и правый Петрос. Но их только чуть-чуть за кромкой, под кромкой горизонта видно. Вот левая Гаверла, правая, да, Петрос. Да. Гаверла как бы ниже даже сейчас кажется, да, Петроса? Ну, они что там, 40 метров высота, разница между ними. Ну, да. Они красивые. Там 20, ну, и там 20, перед 20. Ними Сидовец Близница, Стримба. Ага. Стримба. Да. Красная. Ну, это Красная. Апицкая. А где Апицкая? Дубовое, да? Все туда. Да, да, Апицкая. Да. Ага. Вот это была не Апицкая перед нами. Да. Не, ну, тут красная. Я, да, понял, понял. И вот начало Боржанского хребта, половина Куб. Вот такая, что имеешь полоску леса. Сверху полонина. И она уходит вон аж на великий верх. И от великого верха влево. Стой. Можно свічечку запалити. Это я когось свічки? Гра Гропа или Гропа Пушконская. Перед нами. И не играет. И Гарана играется.